Бывало с вами такое? Пригласили на свадьбу, ты отлично проводишь время, поглядываешь на подружек невесты, и тут... Милый, ты собираешься приглашать меня на танец? Или я зря 2 недели выбирала это платье? Хочется сбежать, раствориться в воздухе и провалиться под землю одновременно? Расслабься, сейчас мы расскажем, как тебе и твоей спутнице стать главным событием этого вечера. Тем более, что нет ничего сложного в том, чтобы станцевать вальс. Вальс? Да, именно вальс. Приступим. Начнем с постановки рук. Основа вальса – это... Основа вальса – это шаги. И по традиции ведет мужчина. Итак, запоминай. С правой ноги 2 шага вперед. 3-й представляем. Партнер будто бы наступает, а ты отступаешь. И при этом поворачиваемся по часовой стрелке. Один из самых красочных элементов вальса – это вращение. Мы продолжаем двигаться по часовой стрелке, делая шаги вперед-назад. При этом ускоряя движение. И не забывайте про зрительный контакт. Да уж, гляди в оба, чтобы твою спутницу никто не увел. А украсить ваш танец помогут вот такие переходы. Левой рукой задаем движение партнерши. Я чувствую направление движения и делаю вращение вокруг своей оси. С помощью такого же поворота я возвращаюсь в исходную позицию. Главное не запутаться в руках, но тут нет ничего сложного. А теперь давайте попробуем соединить все это вместе. Еще раз? Обязательно. Теперь ты убедился, что это проще, чем ты думал. Только не забудьте поздравить молодоженов. Это все-таки их праздник. Так что будь уверен в себе. Доверяй партнеру. И танцуй вместе с МТС. Ты знаешь, что можешь.